Всем привет! Здесь я должен, по идее, сказать, что спонсор видео – радио «Спокойная волна» Релакс FM, но поскольку это не так, то просто скажу, что это радио мне нравится, и оно помогает настроиться на нужный лад. А данным видео я хочу представить отдельное направление моего канала, а именно фото-видеообзоры моих путешествий. Можно их, наверное, просто назвать генообзоры. Поблагодарить хочу Ярослава, который надоумил меня на создание чего-то подобного. И я решил, почему бы и нет. Действительно, есть много интересных фотографий, которыми можно поделиться, снабдив дополнительной информацией. И, возможно, такие обзоры получатся познавательными, интересными, а для кого-то, может быть, даже и полезными. Есть вот такой конструктор карт, и в нем я создал карту, указав маршруты моих поездок. В основном здесь отражены мои путешествия на мотоциклах, но обзоры будут не только о таких поездках. Слева есть краткая сводка о том, какой был пройден километраж, когда, с кем, как я назвал эту карту, зал славы моих верных скакунов и дорогих друзей. Каждый год отмечен своим цветом для большей наглядности. Ну вот, я думаю, что постепенно все эти маршруты я смогу разобрать. Своеобразная и ностальгия будет, и, в общем-то, поиск полезной информации, потому что что-то могло уже забыться. Ну а что из этого получится, посмотрим. И как говорил Карлсон, всем привет!